Работники промэнергоцеха Айхальского комбината к отопительному сезону готовятся все лето. Ремонтные работы ведут на разных участках предприятия. Водоочистной станции, канализационно-очистных сооружениях, газовой котельной. Меняют вентиляторы, котлы, трубопроводы. Основные работы ведутся на котельной и участке сетей тепловодоснабжения. На сегодняшний день уже заменено 360 метров трубопроводов и запланирована замена 760 метров трубопроводов. Дымососы в количестве 3 штук на котельной и 2 вентиляторов также на котельной обогатительной фабрике 14. Обновляет оборудование водоочистной станции, котельной и энергоблока. Устанавливает новые дымососы, емкости и насосы. Ведут на предприятии ревизию оборудования, ремонтируют бытовые помещения, улучшают условия труда работников, автоматизируют технологические процессы. В работе задействованы также подрядные организации, такие как АТМ. Они в основном ведут работы по строительству, по трубопроводам, АМ, АМНУ ведут наладку, обслуживание электрооборудования, автоматики. Но все-таки большую часть работ мы производим сами, своими силами. В летний период в цехе проводят ремонтные работы, которые невозможно сделать в условиях суровой якутской зимы. Это ремонт котлов, насосов, теплообменников. Меняют трубопроводы горячего и холодного водоснабжения. Тепло на предприятии комбината, промплощадки юбилейные, промэнергоцех будет готов подать в срок. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».